pump it up. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. You've got to pump it up, don't you know? Pump it up. You've got to pump it up. Привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать в мой фитнес-клуб! И сегодня мы с вами будем делать прекрасное упражнение для мышц живота. Вы знаете, я уже заметила тенденцию, что я все время говорю, что мои тренировки для тех, у кого нет времени на занятия. И вот сейчас только хотела сказать, что если у вас нет времени, чтобы покачать пресс, делайте вот это упражнение. И поймала себя на мысли. Да потому что я сама живу в мегаполисе, у меня сумасшедший график. И ну вот честно, честное слово, выделяю для тренировок буквально вот такими 10-минутками. И опять-таки же, разработать мышцы живота и сделать живот красивым можно так же быстро, но делать упражнения надо часто. Не думайте, что это такая волшебная таблетка, которую вы съели и на следующее утро проснулись с прекрасным подтянутым животом. Нет, во всем нужна периодичность. И сегодня я хочу поделиться с вами упражнением, моим любимым с недавних пор, упражнение вакуум, вакуум живота. Это упражнение заимствовано из йоги. Если кому интересна философия, узнать больше подробностей о этом дыхании, добро пожаловать в Google, Google все вам расскажет. Ну а для тех, у кого нет времени, как всегда, но очень хочется подтянуть мышцы живота, оставайтесь со мной. Итак, друзья мои, это упражнение вы можете делать везде, совершенно везде, на работе, в троллейбусе держать за поручень, в машине сидя, за письменным столом, что-то когда готовить, везде. И начинайте разучивать это упражнение около стены или со стулом. Представьте, как будто бы ваш живот – это губка, наполненная водой. И вам на выдохе надо выжать всю воду из губки. Сначала я покажу, потом будем разбирать. Во время этого упражнения лично у меня дрожат все мышцы, даже мышцы ягодиц, если честно. Итак, мы делаем глубокий вдох, затем через рот делаем выдох, сокращая мышцы живота и представляя, как будто бы мы выкручиваем воду, скручиваем свой живот до конца. Вы должны прочувствовать, что все, больше воздуха ваших легких нет, живот абсолютно стянут и втянут. И в самые конечные точки. На выдохе, когда я почувствовала, что больше не могу втянуть свой живот, я постараюсь втянуть нижнюю часть живота вовнутрь. Когда я втянула нижнюю часть живота, я задержу дыхание на несколько секунд. Чем больше, тем лучше, конечно же. У меня получается буквально несколько секунд. И я сделаю несколько таких повторений. Честное слово, это нелегко. Особенно трудно втягивать живот в себя. Почему я говорю, что это упражнение хорошо начинать разучивать с руками на стуле или на стене? Потому что таким образом вы больше почувствуете свои мышцы, вы сможете ими управлять. Выполняя упражнение стоя, довольно-таки сложно почувствовать свой мышечный корсет. Поэтому как левел, первый это делаем со стулом, второй уже стоя. Thank you.
знаете, нагрузка действительно хорошая. И второе упражнение, которое я хочу вам показать – всасывание. Вы должны подтянуть мышцы живота к ребрам и задержать свое дыхание. Опять-таки же, я рекомендую начинать это упражнение, положив руки на спинку стула. Вдох и живот втягиваем в себя к ребрам. Или также можете держать руки на поясе или просто расслабить их. Если вы не находите свободного времени, чтобы потренироваться, начинайте с этих упражнений. Я просто уверена, вам понравится. Делайте их обязательно каждый день, хотя бы 5 выдохов. 5 утром, 5 вечером. Ну хорошо, хотя бы только утром или только вечером. Вы почувствуете разницу, вы увидите очень быстрый результат. Только не забывайте выполнять их каждый день. Увидимся с вами совсем скоро на новой тренировке. Всем хорошего настроения. Подписывайся на мой канал и ставь лайк. Если тебе понравилось это видео, конечно же, комментарий. Всего хорошего и пока!